Я смотрю на новые вещи, на инновации, что может быть очень интересным и что можно применить. И да, новый шершень, который появился в дверях Марселя. И как обычно, ничего не сделано. И будет сделана та же самая ошибка, что и в 2004 году. Нужна технологическая эволюция и эволюция в головах, не использовать всякую дрянь. Увы, много людей за меня начинают делать всякую всячину, не имея на это никакой подготовки. Но они начинают путать насекомых, пчел, шершней, кос. У них все это находится в одном мешке. Это глупо.